Ну что, друзья, приветствую вас на нашем канале. Об этом еще мало кто знает, но мы хотим, чтобы об этом узнали вы первыми. Подписывайтесь на наш канал и смотрите наши новости каждое утро. Несколько дней назад в Испанию из Америки с концертами прилетела известная российская певица Кристина Орбакайте. Но уже вчера ночью ее скорая забрала прямо из гостиницы в больницу. Уже отменены все ее концерты. Сообщается о том, что у певицы высокая температура и сильный кашель. Скорее всего, она будет госпитализирована в больницу на несколько дней. Подробностей пока нет, друзья, но мы будем держать вас в курсе всех событий. Будем надеяться на то, что с нашей любимой российской певицей Кристиной Орбакайте все будет хорошо. Оставайтесь с нами, друзья, подписывайтесь на наш канал и не теряйте нас из виду. До скорых встреч, дорогие зрители!